Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Небольшое заявление для прессы и для того, чтобы вы донесли до сведения наших жителей Днепра и нашего прекрасного города. Буквально полчаса назад, 14:23, поступило сообщение о том, что мэрия заминирована, взрывное устройство в мэрии находится, поставлено на таймер, и скоро мы все взлетим на воздух. Ну, на самом деле, я как бы подобного рода вещам отношусь скептически, абсолютно спокойно, с нервами у меня все в порядке, но мы должны соблюсти всю предусмотренную законом процедуру. Мэрия в настоящий момент эвакуируется, люди выходят на улицу, поэтому если кто-то, проезжая в городском транспорте, увидит толпы перед городским советом, это не значит, что у нас здесь демонстрация или еще что-то произошло экстраординарное. Я думаю, это продолжение провокаций, которые были совсем недавно и во время выборов президента, когда у нас тоже минировалось. Если вы хотите, моя версия, то это дело российских спецслужб. Не потому, что я знаю или у меня есть какая-то информация, но, знаете, я как бывший журналист имею чувство слова. И когда приходит письмо на адрес, и тут написано «заминировано здание Днепровской городской администрации», в лексиконе нашем никогда слово «городская администрация» не используется. Это чисто российский термин, поэтому я думаю, что это наши старшие братья пишут такие письма. То есть у нас есть мэрия, даже муниципалитет, а вообще у нас есть Мискрада и горосполком. Поэтому городской администрации тут никогда не водилось. У меня версия только одна. Сохраняем спокойствие, проверим здание со взрывотехниками, а мэр в любом случае будет на месте, потому что капитан всегда покидает судно последним. Я думаю, я буду находиться в этом кабинете все это время. Спасибо.